Брюс – самый популярный котенок в своей стране сейчас, но так было не всегда. 3 ноября 2015 года его нашли в полуживом состоянии в городе Гамильтон, Новая Зеландия. Женщина по имени Катерин Ван Бик нашла Брюса и спасла его от неминуемой смерти. Ему очень повезло, что его заметили. В тот день как раз был ужасный дождь, и было сложно увидеть маленького котенка сквозь пелену дождя. Сначала Ван Бик подумала, что это крыса, но когда она приблизилась, она увидела, что это был новорожденный котенок. «Он почти не двигался, когда я нашла его», – рассказала женщина журналистам 4 января 2016 года. «Но вел себя так, как будто пытался искать свою мать. Было видно, что он родился несколько часов назад. Его глаза были закрыты, и даже пуповина еще не отпала. Никто не знал ничего об этом котенке. Почему он остался сиротой и куда делась его мать?» Женщина не могла оставить его на произвол судьбы, так что она сделала то, что сделал бы на ее месте любой, кто любит животных – взяла его к себе домой. Она приняла котенка в свою семью и назвала Брюсом в честь Брюса Уэйна из «Бэтмена». Брюс обрел новый уютный дом. Это нелегко стать родителем крохотного существа, неважно какого оно вида, но Ван Бик и ее супруг приняли вызов и сделали все, чтобы выходить котенка. Первые месяцы его пришлось кормить из пипетки. Женщина проводила 24 часа в сутки с малышом, заботясь о нем, пока котенок не начал есть самостоятельно. Но он все еще был очень слабым, несмотря на своего тезку-супергероя, и часто давал своим хозяевам повод для беспокойства. Всех вокруг очень заинтересовала история Брюса. Поэтому женщина решила создать котейке страницу в Фейсбуке, чтобы держать всех в курсе его жизни. Вскоре его страница стала очень популярна и привлекала все больше посетителей. «Я думала, что скоро людям наскучит эта история, но котенок быстро стал звездой интернета», — говорит Ван Бик. В это время что-то странное начало происходить с очаровательным котенком. Серая шерсть начала темнеть, и стали появляться маленькие черные пятнышки. Вначале шерсть темнела только на лапах и на голове, но очень скоро темные пятна появились и на других частях тела. И через некоторое время Брюс стал полностью черным, как Бэтмен. Странная смена окраски привлекла внимание еще большего количества людей, и у Брюса появилось множество фанатов в соцсети. Он стал настолько популярен, что этого нельзя было и представить. «Он стал черным, и люди стали интересоваться им еще больше», – сказала Ван Бик. «Он дал им то, чего они ждали». Вскоре котенку создали страницу в остальных соцсетях, таких как Инстаграм, Твиттер и даже канал на Ютубе. Но остается главный вопрос – что же вызвало такую смену окраса кота? Как известно, цвет кошачьих глаз меняется в процессе их взросления, но не шерсть. Даже ветеринар, наблюдавший Брюса, был очень удивлен. Так в чем же дело? Как оказалось, такая смена окраса может быть, если мать-кошка пережила во время беременности сильное потрясение или болезнь, либо ей давали какое-то лекарство. Но с уверенностью точную причину такого необычного явления никто не смог назвать. «Брюс был настоящим героем. Он вдохновил меня делать то, что я сейчас делаю, и я очень довольна этим», – закончила рассказ женщина. Если бы не она, скорее всего, Брюса ожидала бы трагическая участь. Спасти бездомное животное и дать четвероногому другу лучшую жизнь – это самое благородное, что можно сделать для братьев наших меньших. Надеюсь, это видео тебе понравилось. Если это так, то поделись им с друзьями. Пока.